друзья мои, когда ты взял фильм «Секретные материалы», подчеркиваю, фильм, а не сериал, потому что у меня язык не поворачивается назвать это, эту жемчужину сериалом. В общем, когда ты взял это как руководство к действию, то, как говорится, сам понимаешь. А я для себя это взял как руководство к действию. Считаю, что вот я каждый раз включаю эту серию, которая начинается «Автострада 360», какая-то там 5, штат Невада, там 5 часов, что-то там 13 минут, ну как-то там такой вот. Короче, они едут по ночной автостраде в Неваде, около зоны 51, ну и дальше там всякие интересные штуки. Хотя, конечно, понимаешь, как всегда, в реальности все может быть и интереснее, и приятнее, а может быть мрачнее, мрачно и омерзительно. Вот так. Ну, а что я понимаю под этим? Ну, понимаешь, потому что в чем дело? Потому что мы же заключены с вами все в систему координат. Мы в ней существуем уже сейчас. Мы можем, как говорится, стать такими передовыми людьми, начать так мыслить, что вот мы сейчас, мол, будем автономны от этой системы координат. Но этого можно достичь, но не сразу, поскольку мы уже родились в ней, и на данную точку мы уже находимся в ней. Поэтому это все именно и объективно, понимаешь? Все объективно именно по этой причине, что мы уже внутри системы координат, понимаешь? И именно это и диктует нам объективность, друзья мои.